такой день. Вот как отстроили колледж на месте военного госпиталя старого Петергофа. Сегодня пятница, 13 октября. Очень переменчивая погода. То налетают темные тучки и начинает лить дождик, то проясняется и светит солнышко. Красивое небо. На рябинку за окном налетела стая дроздов. И несмотря на сильный ветер и дождь, обглодала рябинку за полчаса. Здание присутственных мест хорошо подобрали архитектуру для колледжа, сочетается и с оставшимися историческими зданиями госпиталя, и с присутственными местами. Дом доктора Авинариуса, которого я как-то архивариусом обозвал, начитавшись Гохмана. Богадельня. Построена память государя императора Николая I с бывшей церковью Петра и Февронии старого Петергофа. Какое небо, какие облака, какая сегодня интересная, отчасти удивительная погода. Петергофская улица и черный дрозд. Не знаю, видно ли на эту камеру. Петергофская улица раньше именовалась улицей Луначарского.
Вот здесь, чуть впереди, у Черного пруда стояла школа. Не сохранившаяся в войну, разрушенная. Хоть была и каменной, красивой. Школа строилась в начале 20 века при участии Николая Николаевича Белея. А после революции стала именоваться школой имени Луначарского. Вот на этом поле она стояла двухэтажная. Идем к Английскому парку. Какое небо! И как сегодня меняется на глазах погода, освещение, то дождь, то солнышко, то ветер налетит, то снова стихнет. Дорога на Заячий ремис. О, как шумит ветерок в ветвях зелено-желтенькой, березовой рощицы. Дровишки. Березовые хорошие дровишки. В 90-е годы я жил в доме с печным отоплением. Хорошее было имя в Ломоносове. Снова выглянуло солнышко, осветило желтеющую листву. Отливающий золотом на солнышке. Замечательно. Английский пруд. Плавают уточки. Прогуливаются люди. Золотая
8. Ну, с такими ветрами и дождями желтенькие листочки недолго будут держаться на деревьях. Солнышко даже пригревает. Вышел из дома, на ветру ладони стали мерзнуть, а выглянуло солнышко, так тепло стало. Скамеечка под дубочком на берегу пруда. Задувает ветерок. Хорошо, что на этой камере ветрозащита. Хотя на сильном ветре и через нее задувает. Аллея английского парка. Красота. Вот как ветер свалил старую иву. Но природа все продумана. Ветер валит. Некрепкие старые деревья. Помогает деревьям скинуть листву к зиме. Я тут слышал даже в какой-то передаче, что и лесные пожары случаются далеко не случайно. Все в природе как бы продумано и находится в равновесии. Курлычет ворон. Он далеко полетел. На камеру, наверное, не слышно будет. Английский пруд. Уточки. И на том берегу за серебристыми ивами руина английского дворца. Руина.
заросшая пожелтевшими березками. Дядечка читает сцену. Что-то есть такое в руинах монументальных древних зданий. Не случайно в 19-м веке в ландшафтных парках часто ставили руины. В Орловском парке стояли руина с башней. В Луговом парке была руина греческого храма. А теперь руина английского дворца в ландшафтном английском парке. Ландшафтно, красиво лежат камушки. Одно из любимых мест для пикничков петергофских жителей. О, какое небо! Куранты, часовой завод, ИТРК, ракета. Какие тучки красивые несутся по небу, и перистые облака. Я читал, что они на какой-то очень большой высоте образуются. Красивое небо. Какой красивый стал осенью бульвар Разведчика. Золотистые клёны, дубочки.
Замечательно. Каштанчики. Уже убранные на зиму цветники. Недавно я слышал, как эти цветочки называются, и уже забыл. Плакучий ясень под каштаном. Еще зелененький. Какой красивый клен. Золотой. Шиповничек еще цветет. Колонистский парк. И солнышко. Самсоневский канал с липовыми аллеями и Ольгинский пруд. Как красиво смотрится собор Петра и Павла, освещенный солнышком на фоне темных туч, отливающий искрящийся с искрящимися на солнышке золотыми куполами. Вот как здорово. И здесь повалило старую липу ветром. Но, видимо, пришло ее время. Яблоневый сад у дома Трувеля. Много яблочек в этом году. Ну, здесь место проходное, и яблочки, конечно, уже обтесли.
много барбариса. Интересно, дрозды его едят? Искрится на солнышке Ольгин пруд, старые ивы. Красота. Идем пить кофе. Торговая площадь, воссозданная ратуша, свадьба, красивая невеста в платье, радостные люди. Ольгинский пруд. Острова. Стеклянную колонну с Никой уже закрыли щитом. Посещение островов закрыто до следующей весны. Как всегда, замечательный кофе. Чёртова горка. И вон замечательные скамеечки на берегу Ольгинского пруда. Посидим, полюбуемся облачками. Красивое сегодня небо. Собачки. Хорошо. Thank you.
улица разводная. Медицинский центр. Поработали. И возвращаемся по Озерковой улице в старый. Разрядился аккумулятор. Хорошая сегодня получилась прогулочка. Подписываемся. Ставим лайк. И пока. Пока. Шингарка.